Так, походу, блин, завесон там произошел изначально. Сейчас я, ребят, здорово всем. Вот, сейчас я заново перезайду, потому что что-то печалька это. Здорово всем. По Старику должна была быть Алима Лига, по-моему, сейчас вот в 2 я ее как раз-таки и пришел стримить, смотрю, а ничего нету, как бы. Что-то отменили, наверное, ВЦС, просто уехали много людей туда. И... Ну, или с какими-то другими в связи обстоятельствами, я без понятия, что там за прикол. Вот. Так что фолыч бегаем сейчас пока, и, наверное, на сегодня это все будет, как бы надо отдохнуть от Старика, ведь впереди выходные с ВЦСом, и будет жесть. Я посмотрел группы, бля, вот уроды, короче, браток Глай и Арктур в одной группе попали втроем, это, блин, перебор, как по мне, вот. Так, что я тут делал? И что мне надо сделать? Я вот вспоминаю что-то. Здесь не то, надо поспать бы мне чуть-чуть. Здорово, Сеня. Не, пока только у ВСК за очки сегодня стоит, как бы, из туриков. Вот, я думаю, что поэтому не будет, короче, турниров, скорее всего, никаких у нас сегодня. Пусть что уже бы точно было бы что-то известно. Да ладно, выходим нахрен сон этот. Обойдемся без сна. Либо щеманем где-нибудь в пустошах тогда. Я думаю, что в братство стали. Опа, что это? А, дверь закрыть. Я думаю, что это красное такое. Я думаю, что этот... Ты в прошлый раз проходил задание. Было задание этого рэ... Ну, давай сюда, ты прошлись тогда.
Так, всех покрошил, короче. Уродец-то. Так, гайтика, я сейчас загружусь сразу просто. Возьму стволы, а то как-то они резко на меня набежали, эти уроды. Я даже внимания на них не обратил. Куда они прибежали, точнее, не помню. А вот они бегут. Все, четверых я забил или нет, я чуть не понимаю. Один цикло, как обычно, убежал, вон он. Все, засранцы. Бля, как же армейские патроны. Конечно, эти ссаные вообще этот калят оружие, это жесть вообще. Ooh, got something good for me? Is it a dress? Из пацанов карабинов повыбивал нормально.
Так. Все, норм, покушал, попил. Так, секундочку, ребят. Это куда я иду сейчас? От станции Эльдорадо, да? А там целое убежище, ёпросто, которым я не был. Дальше. Тебе надо продать все пойти, получается. И продать нахер эти армейские патроны ссаные. Иначе у меня ружье все похерится нафиг. Stay out of the control room and enclosure, or there's gonna be trouble. Got it? All the juice from Hoover flows right through the Dorado, and we send it west to keep the... We keep an eye out for the raid. Hey. Да. А я ведь кумирую этих уродцев, блин. Но меня даже не пускают посмотреть под станцию. Может, из-за того, что в этих доспехах моя подруга. Я даже хз. На нее-то тоже, кстати, квест есть. Должен быть. Да, ну не пройти, что ли, даже. Здоров, Владимир. Здорово всем, ребят. А вот и убежище, по-моему, да? Да. Пик. Кто там красный, ё-моё, тусуется? А чё он залупается-то, брамен этот, я чё-то не понял. Ты чё? Кто это вот так ушатал, точнее, по-моему? И что вообще здесь происходит? Так, крысов кто-то пободал. Брамен, походу, этот бешеный, да? Охренели его. На друг животных скоро, скоро, скорее взять.
You're back. All right. You're back. It'll be... Так, давай-ка. You're making me carry the heavy stuff, aren't you? Бля, куда она ушла уже спать? А я только все взял. You're back. Так, сначала шляпу всякую продадим, которая много весит, во-первых. Так, 600 золотого геккона, всю эту шляпу продаем. Для армейские вообще она не покупает патроны, выдают. Так, до свидания. Сейчас мы отсюда свалим, короче. Welcome, sir.
Так, понятно, ладно, эти патроны надо оставить. Короче, да, значит, надо взять. Просто оставить про запас, а взять нормальных патронов, да? Вот они, 5,56. Нормальные патрики, блин. Ну, 308 их стандартно. Вот этих вот. А теперь пойти на свой склад просто. Хлебнуть воды и дальше идти нафиг. Жесть у меня тут навалено, конечно, всего, блин. Так, ну все. Тогда последний штрих продаем с саной карабин. Этот и в убежище МЧМ, и окно надо мне прикрыть, а то что-то холодно, блин. У меня там есть уже карабин. Слушай, я собираю все оружие под все патроны, что так иногда, если захочу, по приколу постреляю. Короче, тогда. Опа, да. Здорово, Владимир. А, ты уже писал здорово, я здоровался. Ну все, пойдем на квестанес выполнять тогда что. Куда ты полетел-то, балбес?
Какие-то чужие тут, блин, живут. Еще патрики прямо на входе, да, валяются. Ну и где запись-то? Все. Кого они там бомбанят-то все, я не понимаю. НКРовцы какие-то дохлые. Кого ты где режешь-то еще, не понимаю. Крыс вырезает, там бегает без меня, блин. В таком убежище, где книги валяются, наверняка должна быть какая-нибудь книга на скиллы, по ходу дела. Так, выборы какие-то, кандидаты, пидоры. Короче. Так, кажется, кто-то пришел, ребят, погодите.
Так, Саня, как обычно, блядь, еле живой. Так, классрум. А, это и был классрум, короче. Сигар лонж. Сишки, да, здесь курят все. Пивасец. Водища очищенная. Хаты в Новоке, где динозавр что стоит. Мне комнату какую-то выделяла баба, которую потом бунт завалил в голову, которая его жену продала в рабство, короче. Вот. Ну чё мне, зачем мне там хата? Я и так себя прекрасно чувствую. Где упал, там и хата, как бы, по принципу тусовки, короче. Так, это клиника у нас. Так у меня есть такое. И она... Источник Good Springs. Там два ящика есть, прихожу, как бы. Там спать нельзя, это да, как бы, вот вещи, а там храню обычно, как бы. Потому что там телепортируешься, и вот они, ящики сразу, как бы. Удобно очень. Дайте ты вон, блядь. Там шуршит где-то, да? Кто там где шуршит? Чё, блин? А, спутника моего. В сортирах и книги бывают лежат. Ну чё-то тут пока... Бедненько в этом убежище. Нахер эти порошки все у меня до хрена и так бабла, блин. Ну, там убежище живых вроде нет, насколько я помню. Где они их долбят, короче? Мне не холодно? А чё, мне должно быть холодно, точнее, вам?
А, это я уже читал со сообщухи. Это назад, где мы ходили. А, в смысле от этого, да, ну чё. Наоборот, кайф. Здесь что у нас? Наверное, одинаковое сообщение, да, везде. Серьезно? Че, он заминированный был, что ли, чуть не понимаю. Удает. Бля, просрал докторских сахвояжей и не так делал, короче, два лишних просрал. Но я не сохранялся вообще ни хрена, поэтому как бы уже заново не будем начинать. Так, а вот здесь я все обошел, кстати. А, это лестница просто, да, походу. Ну да. Да куда ты вперед лезешь-то? Шкура ты тупая. Хоть оставляй всех, ё-моё. Стоять день на выходе. Кстати, пару проводников, я думаю, надо ядерных батарей оставить на всякий случай в ящике тоже. Почему? Потому что на какой-нибудь квест наверняка пригодится. Ёпарасоты, их здесь же вообще лютое какое-то количество. Я сейчас ходить не смогу, так и есть.
Ну-ка сюда мне носильщика какого-нибудь. Я там ядерных батарей уже на 50 веса с этими. You're making me carry the heavy stuff, aren't you? Пять блокарей сигарет. 54 веса только батареи, жесть. И 35 проводники, короче. Ладно, неси давай сотку веса. Столько книг, и ни одной книги полезной, что ли, я чуть не понимаю. Так, а это куда дверь? А, female dorm, да? А это male dorm, да? Да. Все ясно. Короче, женские комнаты и мужские. Вот здесь книги могут быть, наверное, всякие. Ёпарасота, и здесь просто сплошные проводники. Зачем здесь в женских комнатах эти вообще проводники нужны, блин? Понятия не имею. Чё Кэс нашел? Что Кэс нашел? Давно уже с КС я уже бегал, она вообще там сидит, в бронике сидит, меня ждет в Боревиче до сих пор, блин. Даже квест на него выполнил один, только не завалил я эту бабу пока еще.
красном караване, чтобы еще один квестон выполнить, но я как бы и не спешу вроде с этим делом. Какого такой? Опа. Квадриков 5.56 нашел, смотрю. Чуть-чуть нашел, я смотрю. Так, два осталось, все норм. А, бухло варит-то. Да с ней вискарь бухать норм, короче. Че, взломало? Там те же самые все записи, блин. Не понял, почему комод показан как пустой, а он не пустой. Ой, если человек как не пустой, он пустой.
Где-то все бомбит, короче, кого-то. Так, ладно, хрен с ним, с акулок немерено. В общем, все сейчас планомерно прочесываю. Не вижу смысла просто в убежище чистого квеста выполнять. Надо прочесать его, как бы, и там потом уже квест выполнить просто. Да что ты будешь делать-то, а? Все понятно. Ядерный выстрел, ни хрена себе тут у них ништячки. Импульсная мина. Привет, а на Скорялите? Нет, сегодня должен был быть StarCraft, опять же. Но... Что-то опять перенесли, короче, все. По какой причине, я без понятия. Все понял, не можешь больше ты нести ничего. Так, все нашел-то. Вроде все собрал. Давай теперь тебе запарим что-нибудь. Короче, все лишние патроны сюда ему дадем.
Так, показания. Что за показания? Что-то баба там всех убила. Какая-то дичь. Так, ну здесь я вроде все облазил, как бы, насколько я понимаю, да? Да. Что происходит-то, я чуть не понял. Ну-ка, я чуть не понял, что взрывается, просто не понимаю. Так, короче, здесь все ништяки собираем.
Так, прям заблокирован там терминал, говорят. Что с ним не так-то? Где ключ-то мне взять, интересно? Здесь тупичел. Так, секундочку, сейчас я штуку разложила, сейчас приду.
Так, микрофон-то я забыл врубить, извиняюсь, что-то затупорезил, короче. Ладно, сначала сюда зайдем, чтобы по порядку все было. Блядский рот, а? Куда ты идешь, тварь тупорылая? Да, боеприпасов, конечно, здесь очень много. Ничего не скажешь. Граница везде. Ага. Так, я и понял, параллельные, короче, это комнаты. Здесь и реактор есть, оказывается. А ну реактор это во всех убежищах, я так понимаю, были. Да на спутник сейчас сюда. Иди, бля. Куда он полетел, урод? Так, здесь все собрал я.
Все, да, я собрал здесь. Давайте в реактор-то зайдем. Что там? Как он поживает, посмотрим. Реактор-то наш. Такс. Так, ну-ка сюда иди. Так, Радикс, погнали, все. Да, стали они там долбить кого-то уже. Так, погодите. Угу. А, нет, вот отсюда я пришел. Как же бесит, что вот это... Прерывание, все ссаное. Ага, вот я вышел в кафетерию и вариум с другой только стороны. Оп, опять растяжечка, да, говорите?
Хрена тут навалено всего. Офигеть просто. Грязной воды. Чистой бы хоть воды бы положили, ё-моё. Ну ты чистая вода. Такс. Бля, опять веса набрал почти полный, ему вес. Прям много всякой шляпы в этом убежище интересной оказалось. Иди сюда. Минуту возьми. Так, Ариум. Тут вот я не был еще, походу, да? Ну да. Терминал смотрителя, пароль. Отлично. А здесь у нас что? А вот там завалено было, я помню, да? Каждый год должен не только вы. Короче, тут суть убежища в чем? Я так понял, тут, ну, типа... Выбирали, короче. Каждый год смотрителя, потом он должен был умереть. Типа, компьютер так говорил, что надо сделать. Она, ну, на самом деле, в конце выяснилось, когда люди выжили, что там последние пять друг друга не стали убивать, а был это эксперимент на гуманности, чтобы отказались убивать, короче, вот и... Вот.
Так, ладно, погнали отсюда вон. Сейчас я буду нырять, кстати говоря. Там Радекс надо бомбануть. Че, и все, и реактором, с реактором вообще ничего поделать нельзя, по ходу дела, да? Похоже, что да. Ну все, пойдемте отсюда вон тогда, чё. Бля, такое крупное убежище, конечно. Я даже вспомнил, я первый раз когда играл, я думал, в нем не было, на самом деле я был, когда первый раз играл. 70 часов я набегал здесь. Вот. Опа, вот это по миссии, кстати. Чё за прикол-то? Аптечка, в которой ничего нет, нельзя брать ее вообще. Ну все, здесь все сделал я. Надо что сейчас? Нам надо... Вот я хочу вот сюда вот попасть. Надо вот сюда идти, потому что там... К
ключ, надо разведать там все. А вот как туда попасть? Так, вот так, так, так и так, что ли? Я чуть не пойму. Так, здесь тут пещера. Нет, значит, здесь надо попадать туда. Все, теперь я понял, как туда попадать. Или я не понял, как туда попадать. А я назад вышел. Так, короче, блядь, что-то я тупо режу. На, все, я понял, кажется, как туда попадать. Там вход через комнатуху, короче. Через вот эту должен быть, да. Чё-то я туплю, для чего я ключ-то брал, да? Я помню, что тут роботы должны быть. Поэтому мой любимый импульсный пистолет. Идиот сюда. Congratulations, Martyr. Your fantastic journey is only just beginning. Please proceed to the light. The light is calming. And puts your mind at ease. Go to the light.
Угу. Welcome. Please sit in the chair. The show is about to begin. Сохраню здесь, короче. The show requires that you sit in the chair. Так, ну давайте. Greetings, Martyr, and welcome. If you're here now, it means you've been offered up as a sacrifice so that your vault can continue to thrive. Currently, you may be feeling sad or angry. Perhaps you never got to have grandkids or to enjoy the pleasures of a fresh cigar. But march with your chin held high, soldier, and remember that each of us has an important role to play. For some people, their role might be to heal the sick. For others, it might mean they will drive a race car or fly a rocket ship. And some of us are meant to forfeit our lives for the good of the people. Sure, it might not be as fun as driving a race car, but it's every bit as important. Let's take a moment to reflect on the moments that made your life worth living. Think about that time you kissed your steady girl for the first time under the bleachers at the big game. Or when you snuck out after curfew to catch that new flick that your parents wouldn't let you see because it was too scary. Boy, were they right. And who could forget when you met the love of your life? What a looker. These are just examples. Do you feel that feeling stirring in your chest as you think of these things? Good. What you are feeling is peace. You've led a great life. Living it has been its own reward. But it is only the beginning. Close your eyes now. And imagine what joys await you in the next life. The afterlife. Чё-то долго базарит он. Опа, отходим назад. Бля, короче, завис, фолочь, прикиньте. Ублюдский, а. Так. Сейчас заново запускаем. Блин, меня тут крошить собрались. У меня Fallout повис, блин. Чё за дела вообще? Так, секундочку. Thank you.
Так, 15:40, ребят, по времени. Короче, погнали. The show requires that you sit in the chair. Greetings, Martyr, and welcome. If you're here now, it means you've been offered up as a sacrifice so that your vault can continue to thrive. Currently, you may be feeling sad or angry. Perhaps you never got to have grandkids or to enjoy the pleasures. Бля, промотать-то нельзя все это. But march with your chin held high, soldier, and remember that each of us has an important role to play. For some people, their role might be to heal the sick. For others, it might mean they will drive a race car or fly a rocket ship. And some of us are meant to forfeit our lives for the good of the people. Sure, it might not be a... Так, ладно, не будем по своим стрелять. It might not be as fun as driving a race car, but it's every bit as important. Let's take a moment to reflect on the moments that made your life worth living. Think about that time you kissed your steady girl for the first time under the bleachers at the big game. Or when you snuck out after curfew to catch that new flick that your parents wouldn't let you see because it was too scary. Boy, were they right. And who could forget when you met the love of your life? What a looker. These are just examples. Do you feel that feeling stirring in your chest as you think of these things? Good. What you are feeling is peace. You've led a great life. Living it has been its own reward. But it is only the beginning. Close your eyes now and imagine what joys await you in the next life. The afterlife. Can you see them? Good. Давай, очумели. Все. Пыри, бляха-муха. Напали на меня. Тут людей-то нормально убито много. Где там у меня муравьиный нектар? Ты я чуть не понял. Все. Да-да, все по ходу. Погнали отсюда нафиг.
Эй, какой ключ-то? Я что-то не понял. А, вот. Есть терминал, я что-то затупил. Сам, короче, затупил. Почему-то я не понял, почему я затупил. Так, короче, так, скрытность 75-ку сделаем. Взрывчатом надо прокачать. Друг животных я хотел взять. Давайте возьмем. Так, секунду, опять листаться начало все нахрен. Так, это все из убежища, из этого, да, записи? Так, ладно, все, пойдем отсюда. Здесь в убежище все выполнено, я так понимаю. Ну да. Кстати,
Надо исследовать еще здесь чуть-чуть. Может, что просрал в жилых помещениях. Тут что-то... Что-то это... Так, male, female. О, смотрите-ка, лежит какая хрень. Прикол. Ходил, ходил, не видел. Без оружия, иди сюда. Так, все, идем, короче, на выход. Облазил все это убежище с ног до головы, конечно, норм. А, ой, выход-то, что-то я туплю. Погнали сюда, короче. Бля, я что-то затупил, надо же продать сначала все пойти походу. Welcome, sir, or I. Угу. Давайте начну продавать. Я сам тогда. Импульсные пистолеты это мое.
Да, пустошная, нет. Так, сейчас я возьму все, что у них левое есть, сюда тоже в пулю, блин. На эфирах блоки сигарет, грязная вода, чипсы, всякие кексы, комбинезоны, ланчбоксы нахер не нужны. Мясо, гигантская крыса, нож, ножницы. Так, проводники оставим мы сейчас проводников. Сенсорный модуль оставим. Вот это все мы оставим. А теперь мы ее возьмем тоже. Девять блокарей просто сик. Так, ну ладно, тут вроде все. Взял. Welcome, sir, короче, долго я сейчас продавать буду, походу. Так, оружие, что у нас тут? Полицейские дубинки, ножи, монтировка. Все. Так, вискарь оставляем, винт, виски, гидро, грязная вода, нахрен. Так, разное, короче, это фулевое яйцо логомола. Блокарей сик просто на пятихатку крышек.
Так, а теперь тпшимся на базу свою, на источник. Так, все, я у них забрал-то. Угу. Конечно же, все, кроме боеприпасов всех вот этих. Something good for me? Is it a dress? Все, пошел складывать боеприпасы. Пока он тут идет, медленно одену носки. Я, пожалуй. Оп! Так, боезапас сюда сложил, а теперь в этот ящик надо сложить. Бля, почему здесь два только ящика? Мне еще бы ящик бы не помешал бы. Может, конечно, скидать просто рядом все это дело. Ну-ка, как это выглядеть будет, интересно. Вообще это не очень будет выглядеть. Короче, в ящик надо сложить. Так, все тут по 5 поставим. Остальные надо впулить, я думаю. Ну-ка, здесь интересно, денежка не закадешилась еще у нее. Бабенки-то этой. Привет, нет, старика сегодня нет, и поэтому не будет, соответственно, его. И у него ни хрена нету, короче. Сегодня нет старика. Должна была быть Алима Лига, но я ее и собирался как раз стримить сегодня в 2, но я пришел, а тут бородка как бы просто, и все. Так что дело такое. Welcome, sir.
Так, сейчас скафандр пацану передам быстренько. Ну и все, пойдем делать миссию. Сейчас, короче, пойду на стрельбище. Там надо на стрельбище помочь мне, кстати говоря. Же, заметки там были. Поговори, может. What's up? Что-то не хочет она со мной что-то говорить особо. Опа, спасибо большое. Энгмар 001 поддержал ваш канал на 105 рублей и сообщает молодому и перспективному стримеру на дошике. А между прочим, скушал я сегодня один банан. Так что спасибо. Надо будет сейчас попозже выйти что-нибудь скушать где-нибудь. Или домой прийти. Там Даша вроде что-то готовить собиралась. Так, разные заметки. Так. Пароль в тюрьме. Так, на стрельбище надо прийти сейчас. А где стрельбище? Я что-то забыл, где оно находится вообще-то, стрельбище. На каком уровне оно находится? Вот оно здесь находится. We have a duty to preserve the past. Have you found it? I need to... Погоди, где это паладин? Опять он разговаривает. Please handle this information with the utmost care, as it represents the sum total of the results of my research on the Duraframe. There are also several data banks with information on my. After the battle of Helios 1, some people were worried about the NCR coming after us. This bunk seems the destruction of the monorail didn't slow the NCR down much. How many troops do they have? Ну и где этот рыцарь сраный, ё-моё? You've been outside. Is the NCR really still hunting us?
А, у них ночь, наверное, может. Сколько время сейчас? Понял. 0:44 время, короче. Давайте, раз я уже сюда пришел, так я щеманута немножко, не? Так, водички хочется испить мне. Have you found it? Then we have nothing. Чё, бля, не о чем точнее, ну. After the battle at Helios 1, some people were worried about the NCR coming after us. How long before we resume normal patrols? За стрельбище-то отвечает, не понимаю. Где этот тот, кто за стрельбище отвечает? Отвечает, блин. Welcome to the range. Feel free to use any open lane. Torres must be getting desperate if she's accepting help on this one. I'll tell you what I told her. My records show that Initiate Stanton was the last to check it out, but checked it back in a day later. Sure. The Elder's already given the okay. Так, а чё стрельбище, где находится? А, там, точно. Послушник Стэнтон, кто это такой вообще? Где этот чёрт послушник? Ты сразу по мне стебать начали, да? Welcome to the range. Feel free to use any open lane. Weapons training every morning. It is a good way to start the day. Так, а где этот Стэнтон вообще?
I'm sick of Taggart's VR sims, I have to admit. Так, прежде чем выполнить на туалет, сходить, наверное, что-то мне уже захотелось прям пис-пис сделать. Hello again, my friend. Seems the destruction of the monorail didn't slow the NCR. Good to see you. Alive that. Really? I mean, that's great. I knew you could do it all along. Why don't you go tell the Elder the good news? I'm sure it'll be. Not down much. How many troops do they have? Так, прежде чем что-то сообщать, мне еще сместить еще там надо будет, по-моему, как-то. Так, все, ладно, сейчас приду через минуту, пару.
Так, все, я здесь, ребят. Фол интереснее. Ну, фол так фол. Так, нам мне послушника сраного Стентона найти. Где он, ё-моё, этот Стентон? Послушник. Давайте квест выполним сначала основной тогда. Back again, I see. Good news for a change. Your efforts have... Moreover, I've been going over the scouts' reports and keep coming up with the... We should not have had to rely on your help in this crisis. I believed my actions were guided by caution and... People called me a hero after what happened at Helios. But I left that... That ends now. I will undo the wrong I have done. Please, take this. It is a small token of my thanks, and scarcely begin... This key will allow you to use our safe house to the northeast. I hope it... Welcome, outsider, welcome. With the surface open to us once again, Harden's already started talk of sending a force out. What can I do? That is this bait. We use it to hide our patrol. It was decided that we would stay quiet. However, after we had fully recuperated... You've certainly earned the right. Exceptional individuals like yourself. While your actions up to this point have been commended... However, I do have another task that... Do not hesitate, my friend. Learn... As one of our patrols discovered, the mutants just to the northeast have... However, this turn of events could also be an opportunity. We mostly left the equipment, as the inhabitants have now proven themselves hostile. No more respect. I want you to head up to the summit of Black Mountain. It will allow us to tap into the radar and other... If we're going to operate on the surface again, it will... Так, давайте-ка, знаете, что я сейчас просто сделаю? Попробую, короче, я вот с этим поговорю. Just as I thought, McNamara gave my men new... This little stunt is probably what got them killed in the first... This is exactly what I've been looking for. McNamara gave my men new... With this, I can finally have him removed as... There are a number of people I'll need to talk to. The process won't be instantaneous. It shouldn't take more than a few days. Welcome, my friend. A new day has dawned for this chapter. And we have you to thank for it. Here, take this key. Now. Helios was the worst goddamn action I've seen in a long, long... Yes, I thought you might. That's not usually a request we agree. In special cases, we allow exceptional individual. The condition is that you must complete a task. I happen to have something perfectly suitable in mind. Is that a waiver of resolve I sense? Back when we were stationed at Helios, our scouts reported that a group was establishing. Our elder at the time, Elijah, was too concerned with getting Helios running and fending off. It's time that we correct that oversight. And show this region that the... I want you to visit these weapons dealers, this Van Graaff family. Make an example. When the job is done, report back, and I'll arrange for a team to clean up the site. Welcome back, my friend. What can I do for you? Так я уже убил Ван Граффа давным-давно.
Welcome back, my friend. Well done. This is a small step in the right direction. It is my honor to bestow upon you the title of Paladin of... Normally there'd be a ceremony and such, but everyone is too busy. I can give you this, however. Your very own suit of power armor. We can't spare our best, but I had the knight. Which reminds me. You don't even... Here, I'll show you. It's easy once you get used to it. First, we'll start with putting... Так. There. I think you got the hang of it now. Should be able to use any type of power armor you come across using what you just... Very well, then. In addition to the armor, I've given the order that all of our arms... Finally, while you are now a member of the Brotherhood, I cannot ask any more of you. I'm sure you have gold. You are free to come and go as you please. Though I hope you'll... I wish you the best outside. Brother. Отличненько. Хрена он мне такую рухлядь дал, пес. Невычиненную. Так, давайте искать послушника Стентона. Где этот пес вообще ходит? Такой нигерок, я так понял. Это Стентон этот. Good to see you again. До свидания, блин. Hello. Так, значит, он не на этом уровне, по ходу дела. А как мне его найти? Где вот он тусуется? Я вообще хз. I told Watkins this wasn't going to work. Look, Watkins and I snuck out one day. She said it'd be a training exercise. Said she heard from a guy on one of the patrols that there was a gulch just southeast of here with scorpions in it, and that we had to check it out. There were scorpions out there, all right. We started using them for target practice. But before we knew it, damn... So we made a run for it, and in all the commotion, I dropped my pistol. Watkins keeps... You can go outside, though, can't you? You can return the pistol to Torres and clear this whole thing up for me. Oh, I sort of altered the records after we got back. Still, I haven't been exiled yet, or worse, assigned to latrine cleaning duty. But I will if you don't help me find that. No, weapon checking protocol includes verifying the serial number. Plus, having a new gun suddenly show up would immediately point to you, being the only outsider. No, the only way I have out of this is if you help me find it. Great. When you find it, just turn it into Torres and I'll be in the clear. How many troops do they have? Morning. Так, Скорпионе ущелье, говорите, да? Вот он, Скорпион. Бля, как его найти-то без квеста вообще, да? Жозенькое это, жозенькое, я вам скажу. Так, его надо отыскивать.
надо в магаз сходить, я вам скажу так. At least with the lockdown lifted, I'll be able to resupply my store more often. So what are you here for? Our patrols are always bringing more stuff in. Take a look. Так, винтовка Гаусса. Это интересно. Так, короче, что мне надо-то? Силовая броня Т-51Б. Оп. Еще у него шлемак, интересно, есть один. Have you found it? Our patrols are always bringing more stuff in. Take a look. Интересно, а есть лучше, чем Т-51 броня? Какая-нибудь. И вот прям интересно стало. Где выход-то у нас тут? И спутник что-то хрен знает, не грейдануть у них. Блин, вроде он постоянно что-то начинает заговаривать, а как его загрейдить, я даже хз вообще. Так, а в братстве тоже кто-то есть, кто чинит, по-моему, да? Насколько я помню. Так, нужно искать пистолетик.
Ни хрена себе. Такой эффект. А вот он и пропавший пистолет. Вообще уносит этот винтовка людей. Ну, все, давно хотел, короче, в братстве стали замутиться, короче. И силовую броник одеть. Блюдки конченые. Не попадал что-то я долго по нему. Так, а да, помню, кстати, я здесь броник когда-то не забрал.
Так, кстати, я уже... полностью вычинил броню. There you are. Few of us want to thank you for being such a good friend to the Brotherhood. So we set aside... We'll leave a few of them in that footlocker in the corner every so often. The Paladins scoff at using recycling. Какой ячейки? В каком углу, бляха-муха? Чё он несёт? Где он чё отложил-то? Ладно, погнали, короче, разведаем туда. В каком углу какие, бля, ячейки, я хрен знает вообще. А, все понял. Всем не обязана, а компы что-то посмотреть нельзя ни хрена. Док, давай еще меня что-нибудь полечи. Hello, can I help you? We always make sure to keep an. Hello, can I help you with? Так, все, здесь все нормально, Корен Зондер. Давайте-ка я сейчас левое все продам, потому что тут у меня много какой-то шляпы накопилось левой. Have you found it? Oh, thank God.
Hardin was about to start an inquiry into the whole affair. Since you helped me, I'll tell you what. I work on some of our busted weapons in my spare time, so I have a few pieces that are kept off the books. Here, take... Our patrols are always bringing more stuff in. Take a look. Give me a shout if you need anything else. К ней не пора лезть, интересно, там броники-то взять, вот эти все. Походу, ни хрена. А кто шарит, ребят? Скиллы какие-нибудь повышает вообще стрельба, вот это все дело. Я знаю, что через подвал там дверь закрыта. Она, наверное, до сих пор закрыта, скорее всего. Hey, so Hardin becoming elder was because of you, huh? Good job. I wonder what it'll be against. Raiders? That was so much fun. The wind whipping through our hair, not knowing what was gonna jump, and when those scorpions came out, it was just like The Sims. All I had to do. I doubt I'll be able to get Stanton to go with me again, though. Don't tell him I told you this, but when those scorpions surrounded us... Так, чё, куда я хотел-то сходить? Welcome back, my friend. Так, здесь тупичел. Так, ничего нового не появилось в этих темах. Здесь чинитель, по-моему, какой-то есть, не? Hello. Good to see you again. Бля, ничего они не хотят мне вычинить, что ли, я еще не пойму. Да наверно вас в задницу, вычиню я этот Гаусс, винтовку Гаусса эту. Нет, СК сегодня пока не планируется. Да и не планируют сегодня. Ребят, в районе 6 часов с Вердосом, короче, мы свяжемся. С Вердосом мы свяжемся и, ну, обсудим группы на DreamHack, я так полагаю. Вот, а так сегодня только GoFSK за очки, поэтому, ну,
Соответственно, естественно, я ничего не, ну, не собираюсь там заморачиваться с этим GoFSK. Вот. На выходных ВЦС с завтрашнего дня он начинается, как бы, вроде как. А сегодня четверг, сегодня я на отдыхе, собственно говоря. Ну, Фолыч решил побегать, малешка. Я понял, что мне надо сделать. Мне надо сходить и... в бункер Братства Стали заброшенный, короче. Сходить, там же ништяков наверняка много лежит. А где он находится? Где-то он, бляха-муха, тут находится, короче. Пещера, тайная квартира. Вот она где находится. Хижины Рауля пройти или откуда вообще? Здесь я стопудняк был. Такое ощущение, как будто в этой броне я помедленнее хожу, не знаю, в этой Братство Стали. Броники в этом. Как будто бы. Не нравится мне пока Гаусса винтовка, это, честно говоря. Хотя, может, я гоню, может, надо просто критовать ей. Интересно, есть какая-нибудь уникальная Гаусса винтовка здесь в Нью-Вегасе? Хотя с критом норм заходит, я бы сказал бы. Прям вообще разнесло когтя этого ссаного. Без крита что-то так все. Квартира тайная. Дальше чуть локация пещерок. Это что там дальше идет, блин?
Опа. Ну что за ништячки у нас тут есть? Чудо-клей, отлично, блин. А, это верх только еще, вон тайная. Тайная квартира-то там дальше, я смотрю, да? Пила сваляется. Опа, вот это уже квартира. Верстаки. Так, ремонтный оружей, набор оружейника пойдет. Дай-ка я тебе сейчас шлем нормальный дам. You're making me carry the heavy stuff, aren't you? Got something good for me? Is it a dress? You're making me carry the heavy stuff, aren't you? Так, шлем почти целый здесь. Гатлинг лазер, опа. Пушка Тесла. Слушайте, это, кстати, уникальная, как этот бетон прототип, походу, да? Где мой спутник-то летает вообще? Вот он, где летает мой спутник. Все собрал я. Неплохая такая хатка. Так, 17:01. Все, сейчас чуть-чуть побегаем, с Вердосом пообщаемся, да и закругляться можно будет, наверное. Сейчас я здесь локации ближайшие найду, пожалуй. Пещеру не будем пока трогать. В депо сходим, давайте.
Когтей, что ли, там столько? Ни хрена себе, короче. Хрена у них месилово с волками там с этими. Ну вот не сохранился я зря, мне кажется, сейчас меня... Когти-то смерти и покрошат как раз. Хорошо, что сохранился я. Что-то гатлинган как-то мне не нравится вообще. Давайте попробуем. Еще раз вот так вот мелкого когтя. Мелкий ушел сразу. Да ну нахрен, винтовка лучше стебает вообще. Что-то застрял в текстурах коготь этот. Так. Когтей закрошил этих. Но не все. Еще не всех пока что. Что-то и когти, и эти стоят всех до хрена, короче, вообще. Так, мелких крошу первыми, чтоб не мешали других бить. Почему-то они все слепые еще при этом всем. Опять застряли в рельсах, дебилы.
Так, все, сейчас соберем здесь. Так, интересно, друг животных. У меня же есть друг животных. Хрень, короче, это. Почему они мне со мной дружить-то не хотят? Не хотят. Когти смерти, типа, это не животные ни хрена, да, что ли? Чё-то я нифига не понял этого момента, если честно. Определенный перечень. А и старый уровень возьмешь, чтобы тебе помогали, будут они помогать. Дай нос. Не успеваю никого ударить, блин. Всех покрошат. Бесят меня вообще уже. Carry the heavy stuff, aren't you? Оп, Sunset Separatio. Со звезд я уже несколько нашел. Со звездой, может быть, надо бы это. Сходить бы. Попытать счастье еще раз там. Я имею в виду в этой хрени, где. Завод Sunset Separatio это. Ну что, все, в депо больше нет ничего. Может, там уже хватает крышенца у меня. Так, короче. Здесь я все сделал. Задание, что у меня там по заданиям. ТД, моя любовь, короче. Понятно, короче, что на когтей смерти не является. Спасибо за инфу. Короче, да я взял просто, ну, не люблю то, что толсторогов крошить нападают, они на меня. Люблю зверей. Вот, и я думал, ну, подумал, нахрен, не буду я брать их, чтобы крошить их всех. Черти позорные. Вообще мимо, что ли?
Да куда ты стреляешь? Ты куда я стреляю? Не понимаю. Вообще мимо. Бля, откуда их столько здесь, этих чертей? Я же их постоянно крашу, блин, а их все равно много все время. КДшится, короче, заново. Но это хорошо, что можно где пофармить будет их, получается. Я уж давно их закрошил в убежище всех этих чертей. В том-то и прикол. Что, ну, их уже кранты. Кирдыком всем я сделал. И всех главных закрошил там тоже. Они все равно откуда-то эти черти берутся, блин. Как будто силовой броней медленнее бегаю, у меня такое ощущение. Ну что, я еще подсобрал его. Хочу приз. Прикольно. А почему провалено это задание, я чуть не понял. Или оно всегда проваливаться должно, это задание? Вообще ни хера не понял, если честно.
Дайте-ка еще раз просто его послушаем тогда. За задание. Я помню одно, что так просто сюда не пройти. И тут надо как-то облезать, мне помню, с другой стороны, да, по-моему, как-то отсюда. Да, там через верх как-то лезешь. Так, ладно, пойдем, зайдем. Здесь у меня уже все выполнено, другие-то задания. Да, вот здесь вот как-то, помню, лезешь куда-то, там что-то лезешь. Или через цех там куда-то лезешь. Я уже забыл, куда там лезешь, короче. А, вот сюда лезешь, по-моему, да? А сейф, как я не нашел, в прошлый раз ходил, удаю. Так, это я уже все читал. Точно, все правильно пришел. Крышек сотки три подрезал, смотрю. Что за значок Sunset Separilla? Денег-то стоит, интересно. Ничего не весит, можно и собрать поэтому. Походу и ничего и не стоит при этом всем. Ну я-то жадный. Все заберу нахер отсюда. Бля, только что ж пожрал. Че он тут вообще этот? На хавчик потянуло, что ли? Обкуривши. Короче, ладно, что мне их собирать, может, они ничего не стоят вообще. Опа, голографическая запись, что за запись. Здесь много крышек я налутал, конечно, ничего не скажешь. Пью,
Пиу-пиу, смотрите, взял. Уникальный какой-то пистолет, что ли, походу. Что за пистолет? Сколько? Урон 72, ничего себе. Как у него может быть урон 72 вообще? Это очень большой урон. А, или у меня просто... А, у меня, наверное, просто прокачано энергооружие, поэтому, да, у них такой урон, по ходу дела. Это лютый пистолет, я вам скажу. Как отсюда вылезти? Это так. Все выполнили. Квест этот отлично. А я все думал, для чего эти крышки нужны, чертова, блин. Со звездой. Ничего, зависло все. Блядь, я просто нахуй. Я еще не сохранился, по-моему, да? Короче, зависло. Посмотрим, где там я засейвился. Так, все, загружаюсь. Там ВКонтакте человек писал. Так, сколько время, давайте глянем сейчас. 17:26, все, сейчас доделаю, короче, и... Все, уходим отсюда. Что не через этот зависающий выход выйти, а через другой, блин. Через другой выйдем тогда. Например, вот через этот, блин. Ну, слава богу, не зависло ничего.
Где есть кого закрошить-то тут вообще? С какой стороны черти-то были? Ладно, чертей что-то не видно. Something good for me? Is it a dress? Куда вы там побежали-то, бля, упыри? Куда они побежали-то, ё-моё? Так, сейчас все левое продам. Так, погодите. Одна винтовка за бесплатно. Поэтому вот так вот делаем. Просто. Не будет круто. Такс. Так, там всяких когтей этих много у меня, да, там лапы, наверное, какие-нибудь есть, когтей смерти, блин. Короче, значки, как и предполагалось, ничего не стоят. Carry the heavy stuff, aren't you? Так.
Так, короче, надо мне... Так, сейчас я все. Так, боезапас надо выложить срочно. Так, бронебойные, экспансивные. Нафиг эти все бронебойные, экспансивные. Кто-то, а что такое высокоскоростной выстрел? Кто шарит? Я вообще не знаю, что это такое, честно. И осколочно-фугасный выстрел. Это для чего вообще выстрелы вот эти вот? Ой, я все взял, что ли? Ёпарасоте, вот я олень. А я вот и не помню мне, для чего надо-то. Есть микроядерная импульсная энергетическая батарея. Так, все.
welcome, sir or ma'am. Так, опять все перемотнулось. На Абель норм, да. Надо потом пострелять будет с этого гренатомета. Ну что, ребят, сохраняюсь. Я фолоч, короче. Вот это вот что вот вообще? Вот это вот как удалить, короче. Так, выходим отсюда. Сейчас текст возьмем. Стоп-старт делаю.